Запустилось. Всем здравствуйте. Я не буду включать свет. Пусть будут такие тона. Темные тона. Берем картишки. Зачем ты выпал? Валет Пик, зачем ты выпал? Не совсем понятно. Новости России. Россия может быть ближнего зарубежья. Западного зарубежья. Не восточного, западного. Так. Давайте помешаем немножко. Сейчас хотя бы до минуты дойдет у меня здесь time record. И поглядим, чем нас обрадуют карты. Россия. Новости. Новости ближайшее время. Как у нас меняется ситуация. Опять валет выпадает. Не знаю, что такое. Вот он что-то переворачивается. Валет. Ну, давайте посмотрим. Валет. Хорошо. Валет. Напрасные хлопоты, но... У меня он проигрывается как недовольство. Давайте поглядим, что за недовольство такое. Да что такое? Ну, это какие-то национальные регионы. Что-то там с национальными регионами у нас. Либо это у нас мусульмане. Могут быть еще приезжие там, темные, в темную. Что-то там не так. Короля, тут еще показываю. Так, сейчас, секунду. Надо, чтобы карты зарядились космической энергией. Сейчас мы зарядим их. Или, проще говоря, мне надо опустошить голову и задать вопрос. Что? Да что ж такое-то у меня не получается-то? Только концентрируюсь на вопросе, у меня карты переворачиваются. Сейчас, секунду. Новости. Глядим новости. Вот почему-то валет выпадает и все. Давайте поглядим. Либо это что-то 2 осталось. Вот так тоже можно сказать. Если 2, это у нас карты намекают на что у нас? Июль, август, сентябрь. Так, это у нас сентябрь. Сентябрь, да, получается. Сентябрь что-то у нас. Не в порядке что-то с сентябрем. Август, сентябрь. Если плюсом 2 делать, сентябрь, может, начало октября. Сентябрь-октябрь. Сентябрь-октябрь. Что-то не в порядке. Пока я ничего такого не вижу. Тут явно какое-то недовольство есть. Недовольство. А это может быть теракт? Что-то здесь какое-то движение темное есть. Мужчин. Движение темное мужчин. В темную куда-то они что-то. Сейчас поглядим. Так, там семерочка у нас выпадала. Карта любовная. Ну, значит, более-менее. Или... семерка, это у нас что-то такое более естественное, чистое, допустим, любовь. Это глаза зашоренные. В основе упало, значит, тут что-то глаза зашоренные. А по факту... Так, секунду, чтоб свет проливался на мою склеротичку. Сюрприз от близкого. Сюрприз. Ну, я уже ни в чем здесь не буду удивляться, в общем. Ну, как случится, так и случится. Что-то здесь у нас какой-то человек припасает сюрприз. Что, на что эта карта намекает, я так и не понял. Это, в принципе, напрасные хлопоты, ну, считается. Но у меня эта карта проигрывалась как боевая. То есть, если ее сравнивать с людьми, недовольство. Если это сравнивать... С государством это военные. Это молодые военные. Это задиры. Такие задиры, вот они вот за кем-то могут идти. А за кем-то карты скрывают кого-то. Кого-то сюрприз.
Государство у нас окуклилось, поэтому просматривать его крайне тяжело. Что там творится в головах у людей? Понимаете, здесь суть еще в том, что государство у нас спаялось с военной повесткой. Оно спаялось. То есть государство теперь неотделимо от СВО. Я это просматривал, то есть все, оно неотделимо. Как заканчивается СВО, заканчивается и рост. Там многоточие до этого стояло, теперь тоже многоточие. Вот подставляете. Давайте я все-таки свет включу, у меня глаза что-то как-то не видят в темноте. Я не крот, наверное. Ладно. Так, выздоровление выпадает, выздоровление, веселье. Ребят, карты говорят о зашоренности. Вот как кобыли на глаза одевают шоры, зашоренность есть. Зашоренность довольно большая и очень сильная. Многого мы не видим. Карты намекают, что в стране не, страна не в порядке, далеко не в порядке. Ну. Любовная утеха, поход, знакомство с мужчиной. Пока все карты говорят о любви, о любви, о любви. Где-то летаем, мы где-то летаем. Многого не видим. Семейные проблемы копятся. Семейные проблемы копятся. Проблемы идут с заработной платой, но деньги есть. Задержка может быть, что-нибудь в этом духе. Карты намекают на происшествие. На происшествие какое-то карты намекают, но они его скрывают. Потому что человек, который будет это делать, это происшествие, он тоже скрывается. Его нету здесь. Человек какой-то. Намекают какие-то молодые люди. Край, это у нас октябрь. Какие-то мужчины. Если это еще какие-нибудь там будут эти террористы, да, ну, значит, это проигрывается. Если это мятеж, это более серьезное что-то. Вот. Зашоренность людей крайне высока. Более 90% зашорены. Вот как-то так. Давайте еще кинем, чего там важного у нас. Ну давайте кинем тогда новости на СВО и государство. Одновременно кинем. СВО, государство, потому что они сейчас неотделимы. Слишком много вложено. Ну тут тупик выпадает, конечно. Но ни туда, ни туда. Короче говоря, тут один путь. Один путь идем одним путем. Ну вот так вот даже. Один путь. Но больше не хочу выкладывать. Болезненно, болезненно. Тут государство и СВО болезненно. Если это брать СВО, тут раненые идут. Раненые, возможно, калеки. Пять в темную, все. Ну да. Ну да. Представить, наверное, мы себе не можем, сколько там чего повреждено. Встреча с родственницей. На женщину намекают, если это правительстве, женщина в правительстве какая-то опять что-то там будет говорить. Опять встреча с родственницей. Здесь намек идет на женщину. Разочарование в любимом женщину будет разочаровывать. Набиуллина, если будет там что-то говорить. Это не сейчас. Это ближе к осени. Нет, это не сейчас, далеко не сейчас. Если договорить будет, то, скорее всего, о финансах и о чем-то еще.
Но если сейчас проигрывается, ну, возможно, ставку повысят. Тут женщина явно проигрывается, женская энергия. Чё еще? Карты намекают на какое-то событие какое-то, оно будет внезапное. Это у нас будет, скорее всего, в стране. Это не фронт. Это у нас страна. Дорога темная. Сейчас, секунду. Тогда не так. Встреча с незнакомцем, влияние на судьбу. Кто это? Что это за люди такие мне? Предательство. Кто это у нас такой боевой? Кто у нас такой боевой? Мужчина какой-то. Здесь мужчина чего-то готовит. Хлопочет о государственности. Хлопочет о государственности. За мужчина я, в принципе, плохого здесь ничего такого не вижу. Если мужчина готовит, возможно, что-то с государством. Мужчина какой-то. А это наш мужчина вообще? Это наш? Он отсюда или он зарубежный? С чем-то был связан боевым. Ну, он отсюда вроде как. Это не Трамп. Нет, не Трамп. То у него тут такие карты выпадают какие-то. Ты что такой может быть? Кто ж ты такой? У него и обман что-то, и болезнь какая-то, или ранение. Мужчина приближенный, приближенный. Он прям приближенный. Где-то он там... Прям крупно где-то крутится. Что-то за мужчина какой-то выпадает. Мужчина прямо. Я думал, всех посадили. Нет, не всех посадили. Нет, дорога у него. Ездит куда-то. Ездит. Может, на работу ездит. Переговоры ведет. Мужчина, он где-то или в боях, или видел, или участвовал где-то. Но это пределы страны. Хотя у нас страна сейчас растянута. Вот мужчину какого-то показывают опять. Это если тот же самый мужчина, который у меня выпадал, ну, значит, он проявит себя как-то. Ну, давайте напоследок кинем карты там. Самое интересное, чего у нас может быть новости России. Разговор, переговор. Разговор, переговоры. Кто думает, что власть у нас монолитна? Нет, власть не монолитна, далеко не монолитна. Власть далеко не монолитна. Что-то какое-то, не знаю, такая ситуация злая. Людей не вижу, людей не вижу. Ситуацию вижу, я людей не вижу. Ситуация плохая, людей не вижу почему-то в ней. Или тучи сгущаются, или какое-то событие, которое пока еще скрыто от глаз. Но я вам описал, мужчина, он где-то участвовал. Вот что-то вот в этом духе. Он приближен к власти. Куда-то ездит. Это не заседание, у него, возможно, свой офис есть. В офисе, возможно, женщина через женщину что-то решает. Но почему-то ситуация злая. Злая, злющая ситуация. Люди зашорены 90%. Никто ничего не хочет знать. Все отгородились, никто не хочет знать. Но у нас ситуация зла. Интересно, злая ситуация. Где-то там заговорщики ходят. Заговорщики, но они не действуют. Но у них намерение есть действовать. Заговорщики какие-то. Мужчина не молодой. За 50, возможно, ему. Но у него спина прямая. Где-то граница, пределы границы. Это не Шойгу. Это не Шойгу, это не те, кого мы видим. Это какие-то вот другие люди. Выступление. Дать о себе знать, вот так вот больше.
Люди какие-то хотят дать о себе знать. Вот что-то в этом духе связано. Организация у них или нет, я не понимаю. Переживание о близких. Да кто у нас переживает? Какое переживание о близких? А, в смысле, вы карты намекают, что зло, нужно о близких переживать. Ребят, карты, вы о чем? Кто о близких переживает? Вы о чем? Люди, это... Ладно, как товарищ Сталин говорил, или товарищу Сталину говорили. Кто такой народ? Ладно, лживая девушка, обман любви, конфликт. Конфликт выпадает, конец бедам и невзгодам. Кто-то пытается у нас, я так понимаю, или повестку перехватить, или власть перехватить. Но как они там у себя все распределят, непонятно. Вот. Вот так карты говорят. Просто я передаю то, что у меня на столе происходит. Вот так вот, в принципе, проходит у меня. Мне почему-то такое ощущение, что вот генералов некоторых посадили, потому что что-то там, что-то не то было. Знаете, вот такое... где-то там есть своя ложка дегтя в бочке меда. Ну и там не только мед, там еще и другая субстанция. Вот, где-то там вот есть паршивая овца, поэтому решили посадить. Это не просто так. Это реально что-то, это какой-то или заговор, или что-то в этом духе. Потому что куда-то мы идем с вами не туда. Карта зла выпадает, зашоренности. И карты говорят, беспокоиться о близких надо. Там мужские карты выпадают. Беспокоиться нужно о близких. Пока разговоры какие-то идут тут. Но мобилизация, если я вам еще раз говорю, тут мобилизация уже у меня проигрывалась год назад. Ее почему-то не ввели. Вот. Явно какие-то люди. Человек, я вам его описал. Я не знаю, может, это тот или другой человек, который мне уже тогда, до этого, приходил, я вам рассказывал. Но это человек, явно который участвовал в боях. Не пригожен это, навряд ли. Вот он. Этот человек, вот он. За 50 ему, может, под 60, он где-то вот держал оружие, спина прямая. Около правительственные круги. Вот. Что-то он там намерен делать. Но, еще раз говорю, здесь события могут развиваться самым... Пока разговаривают пока. Самым невероятным образом, нет, пока тихо. Но человек за душой камень имеет вот какой-то. Пока от него событий никаких особо нет. А вот потом, это у нас получается конец сентября, вторая половина сентября, октябрь, может ноябрь. Вот там что-то как-то это, ну не такой большой срок. Не такой большой срок прям, но 9-10 месяц где-то. Вот так у меня проигрывается, спасибо, что смотрели. Ну, так вот у меня проходит событие. Спасибо, что смотрели. Никому не унывать, не надо унывать, уныние это грех, унывать не надо, мы выплывем, мы стойкая субстанция из крови, костей и мяса, вот так вот, и некоторые имеют еще и душу, кстати, вот, выплывем, не бойтесь, все будет хорошо, не унывайте, всем здоровья, добра и денег побольше, до свидания.